На Ставрополь обрушился сильный ливень, который доставил жителям много проблем. Досталось от непогоды и главному городскому водоему. Мощный поток воды хлынул на территорию Комсомольского пруда, затопил пляж, пешеходные дорожки и детские площадки, а также принес с собой много мусора. Глава города Иван Ульянченко лично поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ливня. Восстановительные работы велись всю ночь. Сейчас пруд для посетителей закрыт. Однако последствия непогоды не единственная проблема водоема, которую предстоит устранить. Весь купальный сезон Комсомольский пруд был главной точкой притяжения для ставропольцев. Как и ожидалось, это место полюбилось горожанам совершенно разных возрастов. Масштабной реконструкции водоем ждал более полувека. Пришлось не только благоустраивать территорию, но также ремонтировать дамбу и строить водоотводные сооружения. Ведь в этом месте находилось русло реки Ташла. И вот масштабный проект, который ждали многие, осуществлен. Пруд здесь очень изменился. Стало очень великолепно. В детстве я ходила сюда каждый день через лес. Любила переплывать. Это, конечно, было всегда запрещено. Ну, я как-то выкручивалась и переплывала. Сейчас все облагоустроили. Везде красота для детей. Самое главное, разного возраста. Ведь подобрали глубину. Очень замечательное место, особенно для занятий спортом, для вообще отдыха. То есть очень рада, что у города появился такой пруд, что его так благоустроили, что можно приятно посидеть на лавочке, можно полюбоваться видами, можно пойти поплавать, да, то есть я очень рада, что такое есть у нас теперь. Очень заметные изменения, очень интересно, очень красиво. Стало намного приятнее здесь находиться. Очень интересно было узнать, как же здесь будет. Ждала и не разочарована, очень нравится. Однако уже через несколько месяцев жители начали замечать недостатки, которые вылезли наружу. Первое, что подвело, это плитка. В некоторых местах она покосилась и съехала. Проблемный участок пришлось перекладывать заново несколько раз, однако и это не помогло. Из всего благоустройства Комсомольского озера у нас круг у нас составляет порядка 1500 метров. У нас есть проблемный 20 метров, мы уже 3 раза перекладывали, но, видимо, подземные воды, которые идут у нас с территории улицы Авиационная, Дзержинского, Кулакова, то есть у нас Комсомольское озеро находится внизу, это было русло реки Ташла, то есть речка у нас спрятана, но тысячелетиями, можно сказать, оно было сформировано, все воды подземные, поверхностные, на глубине 2, 3, 4, 5, может даже 10 метров, сходятся к Комсомольскому озеру. Проблема кроется не только глубоко под землей. Во время благоустройства работы велись на глубине более 1,5 метров. Воды видно не было. Однако из-за суровой зимы и большого количества осадков подземные воды активизировались. Это сказалось на состоянии грунта. На данный момент мы заказали исследования геологические лесного массива, чтобы определить, на какой глубине проходит вода, то есть мы копали на глубине 2 метров, воды не было, сейчас, соответственно, мы понимаем, что нам намного глубже. Для того, чтобы принять какое-то проектное решение, чтобы ее убрать, необходимо выполнить работы по геологии и геодезии. Сейчас мы этими работами занимаемся и все эти недостатки полностью устраним в части вот этих 20 метров, которые у нас склон оттянут. То есть, опять повторюсь, у нас 1500 метров, никаких вопросов, все стоит на месте. Вот небольшой склон, участок 20 метров тянет, портит все впечатление жителей и наше от благоустроенной данной территории. С подрядной организацией, которая занималась гидротехническими сооружениями, сейчас разбирается суд. Подрядчик некачественно выполнил работы по уплотнению и засыпке грунтом. Из-за этого вода начинает просачиваться из-под земли, причем не только в одном месте. Одна из детских площадок на Комсомольском пруду временно недоступна. Место отдыха маленьких ставропольцев захватили грунтовые воды. Эту проблему уже решают власти города, а пока детвора находит себе другие занятия. Детворе пока пришлось забыть о горках и качелях, потому что площадка превратилась в болото. Пока администрация Комсомольского пруда борется с водой вручную, однако здесь, конечно, требуется серьезная техника. Как это решается? Пока мы устраняем это силами, своими силами, пытаемся отвести воды. Но в настоящее время разрабатывается проект по отводу вод именно с детского пляжа, по отводу вод с остальных всех пляжей, для того, чтобы эта вода не накапливалась там и создались более благоприятные, комфортные условия. Я думаю, что к концу этого месяца мы получим проект, по которому выполним все те необходимые работы для отвода вод. И в будущем мы получим хороший, нормальный, чистый, сухой пляж для детей и для взрослых. Однозначно эта проблема будет решена. Это никто не забывает, это не откладывается в долгий ящик. Это одна из самых сложных и самых
важных для нас проблем. После того, как получится устранить последствия непогоды, администрация города планирует улучшить водоотвод, чтобы проблем с подземными водами больше не возникало. Однако, чтобы не мешать ставропольцам наслаждаться последними летними деньками, работы будут проведены вне купального сезона. Анна Куликова, Дарья Семиренко, Павел Селиверстов, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.